Всем здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас будет макарон. Мне масло горячее стало. Это мясо положим. И будем жарить. Теперь лук положим половину, у нас будет суп тоже. Мы сделаем макароны вместе с супом. Рисовый суп у нас под очистки будет. Сегодня блюдо. Будем жарить чуть-чуть. Здесь масло горячее стало, на другой тоже. Лук положим. Чуть-чуть лук поразарим на суп. На суп будем жарить наш лук, потому что у нас фарш жареный, поэтому. Макарон сегодня под очистки будет. Все, наша лук пожарилась. Вместе мясо будем жарить обратно. У нас фарш жареный. Положим 2 ложек. Будем жарить обратно друг к другу. У нас здесь смесим. Мясо должно быть красным. До красней будем жарить. Пожарилось мясо. Я один морковку нарезала кубиками, мелко нарезала на суп. Будем жарить тоже. Чуть-чуть. Здесь у меня на макарон соломки нарезано. Тоже морковку положим, будем жарить. А чуть-чуть. После этого мы будем жарить макарон вместе с томатом. Соус будем жарить. Будем жарить. Наша соломка нарезана. Морковь тоже. Жарилась наша морковка чуть-чуть. Теперь одну ложку сюда томатный соус. Где-то 2 ложек сюда томатный соус. И положим. Помешиваем. Хорошенько. И где-то 5 минут будем жарить на суп томатный соус. На нашем макаронке, уже макаронку добавим, будем жарить соус с макарон. Сами конца у нас будет, у меня вот такие макаронки. Все, пачку добавим и будем жарить. Помешиваем. Будем жарить. Наши макаронки с томатным соусом будем жарить. Теперь у меня картошка, половина картошки я кубиками нарезана. На суп положим тоже картошка. И на нашу макаронку тоже будем положить. Теперь вода добавим.
еще на наш суп будем добавить вода. И один маки. Наш суп готов. Один маги положим. У нас макаронка еще жарит. В конце потом мы добавим на макарон картошку. Одну штуку или правильно. Все, 5 минут стоит. Потом закрываем крышку и добавим. Положим картошку и вода. Вот так. Должна вода. Один маки. Положим. Помешиваем. Теперь закрываем крышку, положим на маленький огонь. Самый маленький огонь положим. Все. Все у нас кипит, наш суп. Теперь наша рыбка где-то половина стакана. Я помыла уже. Помытая рыбка. Положим до готовности. Когда готово, чуть-чуть жизнь бухает. Помешаем наш суп. И все. У нас готово. Наши макаронки тоже скипит. Почти готово шоу. Закрываем крышку обратно и поставим до готовности. Коронка готова, выглядит вот так, аппетитно и вкусно. У нас закончилась макаронка, наверное, включали. Наш суп тоже готов. Выглядит вот так. Тоже окон отключили. Сейчас и второй будет, потом будем положить наше блюдо. Закончилось ифтар. Сейчас кефир положите нам на ваш суп. Очень вкусный суп получится. Вот так выглядит наш рис. Это наш суп. Вот это наши макаронки. Вкусно. Давайте всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайки, напишите на наш канал, нажмите колокольчик, новые видео приходят вам. Не пропустите новые видео, пожалуйста. Ну, давайте всем до свидания. Пока-пока.